Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в пресс-клубе «Кавказский акцент». И сегодня у нас в гостях, так сказать, представители Южного Кавказа. Те зрители и слушатели, которые часто подключаются к нашему сайту, знают, что мы в последнее время очень большое внимание уделяем украинской проблеме, естественно, российско-грузинским отношениям, но ситуация такая, что на Южном Кавказе, к сожалению, в последнее время очень остро встал вопрос межнациональных отношений. Естественно, мы не можем обойти этот актуальный вопрос и в нашем пресс-клубе. И сегодня мы пригласили в гости представителей двух крупнейших диаспор Грузии, азербайджанской и армянской. Прошу приветствовать вас, Арнольд и Заур. Представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям. Арнольд Сипанян, общегражданское движение «Многонациональная Грузия», которое работает с представителями различных этнических групп. Заур? Заур Халилов, фонд гражданской интеграции. Да, очень приятно вас приветствовать. И тема нашего сегодняшнего разговора очень интересная в каком плане? Что мы должны возобновить забытую историю Южного Кавказа. Именно в эти дни будет очередная годовщина создания Закавказской Демократической Федеративной Республики. Свыше 100 лет назад было такое образование, очень интересное. И мы вспомнили это явление не зря. Дело в том, что тот накал политических событий, которые сейчас происходят на Южном Кавказе, заставляет вернуться к прагматизму тех лет. Я хочу для начала показать вам очень интересную историческую, так сказать, ценность. Вот здесь денежные купюры, я показываю нашим зрителям. Это денежная единица Закавказской Федерации, на котором, значит, помимо купюр, на трех языках именно показано, так сказать, номинал этой купюры. И интересная вещь, что здесь подпись министров грузинам, азербайджанцам и армянинам. Эта реликвия интересна и потому, что очень своеобразно получилось в те годы создать вот такую федерацию. С одной стороны, Тбилиси был центром, но неформально. Во втором я хочу зачитать официальное заявление создания вот именно этой организации. Это объединение Закавказье было вызвано необходимостью предотвращение националистических выступлений и восстановление экономических связей между Грузией, Азербайджаном и Арменией, которые были нарушены в ходе гражданской войны. Естественно, вот эти исторические события толкают нас посмотреть на эти события современно, так сказать, с современных позиций. Возможен ли, хотя бы гипотетически, союз? Потихоньку, можем ли мы от экономики войны перейти к экономике мира? Вот с этим вопросом я хочу обратиться к вам. Ваше мнение, что нужно сделать, чтобы начать хотя бы процесс восстановления абсолютного мира на Южном Кавказе? Сложный вопрос, я согласен, но представим себе, что вот вам дали возможность гипотетически подойти к этому вопросу. Вот давайте с вас, Заур. В следующем году будет 30 лет, как я работаю в неправительственном секторе. Из них, наверное, больше 25, нет, Арнольд? Как минимум. 25 лет я пытаюсь ответить в первую очередь сам себе на этот вопрос. Почему тогда? Вот как вы сейчас говорили, да, даже денежную купюру показали. Ну, приблизительно 100 лет тому назад люди смогли это сделать. Сегодня в 21 веке, если люди не понимают, что это можно сделать, ну,
Для меня это риторическим стал вопросом, потому что я везде видел этих людей, что живут вместе. Везде. Начиная от Америки, заканчивая до казахстанских степей. Это мой личный опыт, но сегодня, слава богу, у нас есть возможность в социальных сетях, я не знаю, там в интернете найти информацию про все. Поэтому я знаю, что эти люди везде могут жить, кроме того, как рядом с друг с другом на собственной территории. Не имеет значения сегодня говорить о том, это мое, это твое, это понятно, что... Но мы же можем перейти на следующий уровень и сказать, что давайте это будет нашим. Те финансовые ресурсы, которые были потрачены за последние 35 лет, если посчитать эти деньги, которые были потрачены, на то, чтобы сесть и все равно договориться, и этот процесс все равно произойдет, да? По-другому же невозможно. Сегодня у людей другой возможности коммуникации не существует. Это в письменной форме будет, в устной, в каком-то смысле эти люди должны договориться. Вот тогда здесь встает один вопрос. Зачем тогда это нужно было переживать? Зачем нужно было новое поколение втягивать еще раз в это, когда ты знаешь, что это можно было закончить раз и навсегда? Вы говорите о экономических связях. Если кто-то в тот период знал бы, что происходило на Садахлинском рынке, где только 4000 человек стояло у прилавка и продавало. Я не говорю про оптовые и другие, в частном случае, незаконные операции экономические, которые происходили. В городе Баку продавали сигареты с армянским акцизом. Это я вам говорю конкретный факт, который произошел, после чего перекрыли доступ каких-то продуктов. Например, в Армению не пускали азербайджанский чай. Все остальное можно было, чай нет. Я вот не мог понять, почему именно чай. Курили. Может быть. Ну, сейчас у каждого свои пристрастия. Вы понимаете, все примеры показывали. Все примеры, да, вот, например, чтобы далеко не идти, вот здесь, в Грузии же, можно это, да, показать людям? Вы сейчас показывали опять-таки же купюру, я могу вам показать это, где люди вживую каждый день это проходят. Каждый божий день, вместе учиться в одной школе. Арнольд, а вы как считаете на этот вопрос? Вопрос в том, что и тогда... И до сих пор, как бы скажем тогда, вопрос, смогут создать или не смогут создать три государства что-то общее, в большей степени зависит от других держав. И в частности, в первую очередь, от соседних империй, скажем так, да. То есть нас окружает три империи, у которых очень серьезные региональные империи, у которых очень серьезные намерения и интересы у нас в регионе. Тем более сейчас на фоне войны с Украиной. То есть мы можем мечтать, конечно же, но я думаю, что цена этой Закавказской Советской Федерации, вот, это не 500 тысяч рублей, как там написано, а цена той бумажки, которая стоит, материал, из которой ее напечатали. Но это был первый шаг. До этого, скажем так, было тоже объединение, вы знаете, инициировал ее прежде всего Турция, Турецкая Республика. Как задумка была, как буфер, создать буфер между Российской, Советской Россией и Турецкой Республикой. То есть, опять же, как бы внешние силы создавали то, что быстро заканчивалось. Это было не жизнеспособным. Ну, как и сейчас. Сейчас? Что сейчас? Внешние силы во многом определяют внутреннюю политику. Я про это и говорю, да. То есть, если говорить серьезно о чем-то, надо говорить о жизнеспособном. Чем-то. Жизнеспособное, надиктованное, скажем так, да, извне, с целью создания там буфера или там чего-то, то есть кратковременное, скажем так, ну, не будет работать, не будет жить, скажем так, да. Прежде всего, нам нужно самим договариваться. Самим договариваться, чтобы договариваться самим, нужно думать, как не воевать дальше друг с другом. Очень сложно, потому что, ну, целая мозаика интересов, скажем так, в том, чтобы война была или не была, скажем так, да. И, наверное, путь к успеху все-таки начинается с экономического сотрудничества, естественно, которое невозможно без стабилизации, хотя бы, скажем так, да, ситуации на границах. Есть знаки того, что стабилизируется, хотя хрупко.
стабилизируются, и, естественно, это будет залогом экономического сотрудничества. То есть пока друг в друге интересы не увидят, и пока не пощупают этот интерес, скажем так, да, ну, я думаю, что о таких идеях говорить преждевременно, и, естественно, скажем так, нужно создавать сильные государства. Мы еще до сих пор не являемся сильными. Ни одно из наших государств, скажем так, да, не является самодостаточным, способным защитить и продвигать свой суверенитет от тех вызовов, которые существуют вокруг нас. Безусловно, спасибо за ваше такое мнение откровенное. Вы знаете, я с вами согласен, и интересная вещь, что приблизительно ту же точку зрения я говорил с нашими немецкими коллегами. Журналистка была очень интересная при, так сказать, в Грузии. И когда я сказал, что в общем принципе у нас очень много общего, у нас культура, наш менталитет очень схож, допустим. Но о чем вы сейчас говорили? Нас как возможно обойти вот эти... Вы знаете, вот Заур говорил о том, что этот концепт получается в тех странах, где нам не мешают дружить. Да. То есть здесь, там, в регионе, нам мешают дружить, скажем так, да, потому и не получается. Да. А то он прав в том отношении, что от Америки до Казахстана и там, до Китая. Общие бизнесы, общие семьи, дружба, да. Я не знаю, все, что хотите, да? И все это индивидуально, то есть мы не смогли перейти от этого советского менталитета, что это обязательно должно быть коллективно. Но коллективно это могут сделать только в том случае, когда поймут, что если у них есть какие-то общие интересы. Вы можете себе представить, если бы три эти республики после распада Советского Союза начали бы все те финансовые, я не знаю, там, человеческие ресурсы, все ресурсы использовать для того, чтобы взаимовыгодно, вот с этого процесса бы начали, взаимовыгодно начали бы вместе создавать современное независимое государство. И поверьте мне, мы все равно бы пришли к какому-то союзу. В рамках какого-то, я не знаю, там, в какой-то организации, если мы можем быть, мы можем и в Евросоюзе вместе быть. Да? Не обязательно же, до этого же тоже можно дойти. Я возвращаюсь вот, как сказать, выступлению Арнольда. И дело в том, что вот что ответила мне эта немецкая журналистка. Вы хотите сказать, что между Грузией, Арменией, Азербайджаном были более напряженные отношения, между, чем Францией и Германией? И тут я поднял обе руки. Потому что именно о чем, Заур, вы говорите, как раз там стал вопрос именно после вот этих разрушительных войн. Сейчас между Францией и Германией, ну, такое единогласие, потому что обе являются фундаментальными странами для Евросоюза. То есть, значит, это можно, и об этом же можно свидетельствовать. Вот интересная вещь, опыт, я хочу вернуться, что это не является, о чем мы говорили, национальным, так сказать, национальной ненавистью. Потому что есть деревни, я здесь выписал специально, где живут бок о бок, дружат азербайджанская и армянская диаспора в Грузии. Давайте не будем их называть диаспорой в первую очередь. Ну, я официально подхожу, потому что, в общем-то, это не больше, не меньше, это в сумме 12% населения страны. Это очень большая цифра. На самом деле больше. Да, я официальные. Да, официальные. Нет, вы знаете, я понимаю, что вот официально это очень хорошо, но есть еще и другая реальность, которая, к сожалению, сегодня невозможно, чтобы достучаться до того, чтобы это стало реальностью. То есть мы, точнее, я сейчас про не индивиды, да, мы социум не хотим принять ту реальность, которая нам нравится, не нравится там визуально или в смысловом контексте, но факт, что сегодня новое поколение смотрит на все это абсолютно по-другому. Вот если буквально 10-15 минут поговорить с этим поколением, вы поймете, что вот эти все вопросы для них абсолютно неинтересны. То есть для них этот вопрос, он, я не знаю, они даже не смеются над этим, потому что им жалко тех людей, которые так... Узко. Это даже для... С их точки зрения, если посмотреть, это даже не узко. То есть это абсолютно неприемлемо для них. И мы сегодня пытаемся объяснить этому поколению,
что вы знаете, с чего нам начать, да? Вот вы показывали один прецедент там в рамках Советского Союза, до этого как независимые государства, потом разделились, до этого еще какие-то другие-то формы были, не имеет значения, да? У нас есть прекрасные примеры, как очень быстро это делалось. Никто никого не заставляет, чтобы обязаловка была бы, чтобы любили друг друга все, и был бы рай там и так далее и тому подобное. Ну, взаимовыгодные. Как минимум же можно не навредить из принципа, давайте мы друг другу не будем вредить, потому что мы же не живем в каком-то, я не знаю, там, в доме, из которого можно в конце концов, если сосед надоел, взять и переехать, да? Это все, это факт, это та реальность, от которой невозможно убежать. Есть у тебя куча примеров того, чтобы это сделать. И я знаю, что, слава Богу, этим людям, которых я знаю, вот эту реальность. Вы знаете, нам показывают вот эту ширму политическую, которая говорит, что там где-то там кто-то, какие-то страны могут это сделать. Но я ездил во все эти страны и видел, как люди слушают в Армении азербайджанскую музыку слушают. Потому что она для них стала частью их культуры, им это нравится. Вот это реальность. И это происходило в процессе всегда, во всех циклах. Там война никогда не останавливалась. Там были разные фазы военного конфликта. Эта война никогда не останавливалась. Если вы исследуете и посмотрите, какая информационная война была, которая на поколениях отразится, то вы поймете, что это все по сравнению с этим, как минимум, детский сад. Я так, что с немецкими журналистами тоже согласен. Всегда, когда этот пример приводят, ну... Нет такого, таких народов, которые не могут жить друг в другом месте. Вообще понимание, не могут жить, что это такое. Да? То есть мы даже говорим о людях, да? Может быть, мы говорим о культурах, которые не могут друг с другом соприкасаться, это потому что тем более один, скажем так, да? Ну, может быть, да, где-то, скажем так, культ людоедства, где-то там культ наоборот, скажем так, да? И, ну, нет здесь этого, да? То есть, да, когда еще тем более говорим о схожести культур. Здесь вопрос не в этом, вопрос в том, что нужно создавать стимулы. Стимулы для того, чтобы, скажем так, люди смогли это делать. Без стимулов человек, он такое существо, ничего не делает, если его не заставляют. А когда заставляют, ну это недолговечно. То есть вопрос в этом. Немцы, французы, все хорошо, еще огромное количество можно привести примеров. Да, но я думаю, что они нерелевантны, все эти примеры, скажем так. Да? У каждого конфликта своя история. Тем более, что 21 век мы не забываем, потому что это другой конфликт уже. Там в 21 веке война – это другая война. Но то, что очень медленно менялось в 20 веке, в 21 веке, вот сейчас буквально за несколько лет, очень сильно изменился вектор соотношения политического на Южном Кавказе. Я опять хочу в наш регион вернуться. Азербайджан и Турция. Турция, так сказать, член НАТО, это одна группировка. Армения, которая много лет, последние годы, была ориентирована на российскую политику, вы знаете, вот эта подпись на военной базе Гюрми, там было 45 лет, то ли 48, потом... Специальная встреча была, продлили до 51 года. Сейчас ситуация меняется. Армения потихоньку все-таки старается взять курс на Евросоюз. По крайней мере, первые попытки, они уже зафиксированы. То есть вектор, безусловно, меняется. Грузия, которая очень в странном положении оказывается, с одной стороны, официально мы идем курс Североатлантическое, так сказать, сообщество. С другой стороны, опять же, выгода чисто экономические и другие какие-то факты не дают возможности полностью игнорировать российский фактор. И это все отражается на внутренней политике. То есть мы сейчас все три страны на определенном распутье. Абсолютно непонятное дальнейшее развитие ситуации в Армении. Азербайджан, который, в общем-то, с одной стороны, обижен на Евросоюз, потому что, в общем-то, его не принимают, но с другой стороны,
он чувствует экономическую... Но газ надо... Что ли, действительно хочет быть частью Евросоюза? Это декларировано, это то, что говорят. Но с другой... Я думаю, что наши тоже не совсем. Да. Но дело в том, что с другой стороны, вот эти соотношения как бы дают возможность теоретически, если все-таки Армения действительно сможет на декларированном уровне отойти от одного, так сказать, куратора, скажем так, политики, какая была Россия, то есть какие-то взаимоотношения вполне реальны. Вполне реальны, по крайней мере, вот многие говорят, несмотря на боль последних лет, то, что произошли конфликты и так далее. И самое интересное, мудрее всех является в этих деревнях, которые я специально выписал, где живут совместно. Мы дружим, но у нас есть неписанный закон. Мы о конфликтах не разговариваем. Вот посмотрите, какая народная мудрость. Именно, так сказать, прагматизм, что бок о бок живут люди вот в этих деревнях, я специально просто не хочу сейчас время тратить, вы, наверное, лучше меня это знаете, где у них неписанный закон. Они живут своими внутренними законами, и зная, что, так сказать, конфликтная ситуация может переметнуться в их дом, они, значит, стараются вот... от этого избавиться. Могут ли государства пойти путем вот этих простых людей, их путем, и попробовать абстрагироваться от конфликтных ситуаций, перейти на именно экономику мира? Правильно сказал Арнольд, здесь идет вопрос. И газ, который из России идет через территорию Грузии, который невозможно так прервать. Опять же, Азербайджан, который через территорию Грузии качает нефть до Батуми, так, Поти и так далее. То есть увязка экономическая есть, но без политических каких-то решений очень сложно развивать экономические связи. Как вы думаете, в каком аспекте могут развиваться экономические связи, которые паровозом можно будет использовать для решения политических процессов? Или это невозможно? Нет, как невозможно? Конечно, возможно все. Как? Возможно, с Илоном Маском на Марс полететь. 21. Ну, мы если возможно, скажем, что он принял вопрос в том, что первое, Армении, он первое, не согласится. Климат был бы соответствующий. То есть сейчас, вы знаете, климат может быть очень спокойным, скажем так, да, вот мирным. Представьте себе ситуацию, когда золотой век, скажем так, когда вокруг все мирно, никто не хочет тебя завоевывать, никто не хочет все что-то отнимать, экономика развивается, и тогда как в религиозных люди хотят, скажем, еще лучше жить и объединить свою экономику и создать государство, федерацию, конфедерацию не имеет значения. Или же, скажем так, второй вариант, когда все плохо вокруг, и как бы есть нарыв, который должен взорваться, и после этого, когда выдыхаешь уже, скажем так, да, понимаешь, что ты тот же путь не хочешь повторять больше. И вполне возможно бывают такие действия, которые, ну, от крайности к крайности, скажем так, да, которые невозможно. Вчера ты воевал, а сегодня создаешь что-то совместно. Невозможно даже представить, но так тоже бывает, да. То есть в данном случае сейчас я думаю, что нужно каждое из государств, каждому из трех государств укреплять свой суверенитет, прежде всего усилиться, чтобы, если в дальнейшем думать о чем-то, нужно думать из позиции сильных. То есть нельзя слабыми сейчас что-то создавать, потому что, да и, во-первых, и не получится, а во-вторых, образование будет, кто-то будет подавляющим, да, давлеть, скажем так, да. Если один будет давлять над остальными двумя, не получится ничего в лонг-терм. Так, путь, а какой путь у Армении? Вот в этом, то, что вы говорите. Политический или экономический? Вот о чем вы говорите. Экономика и политика. Это, как я понял, вы увязываете это. Я увязываю все в регионе. Понятно. Общая ситуация, да. Потому что, ну, нельзя сказать, что у нас экономическая ситуация стабильная во всех трех государствах. Нельзя сказать, что, скажем так, да, политическая система настолько стабилизировалась, что в ближайшее время потрясений не будет, скажем так. Да. Нельзя сказать, что внешнее влияние слабо на наше государство, да, на все три государства и так далее, и так далее. То есть предусловий для того, чтобы, скажем так, сейчас создать что-то сильное общее, нет. Бывает, но нет. И это очень сложно сделать. По Армении конкретно, скажем так, да, задача номер один сейчас для Армении стабилизировать государственность свою,
прежде всего, которая в принципе, скажем, последние 30 лет не была у Армении, ну и потом советский период был и так далее, да, то есть было, конечно, есть республика Армения, но это было не независимое государство, да, то есть это был сателлит, форпост России. Да. Что делает Россия со своими форпостами, мы хорошо знаем, она занимается этим последние 300 лет. Да, да. Но форпост и независимое государство, ну, это не Израиль и Соединенные Штаты Америки, скажем так, да. Потому что абсолютно различная, разная ситуация, во-первых. Во-вторых, чем дальше, если у тебя союзник большой, от которого, скажем так, зависит качество твоей независимости, чем дальше он находится, тем лучше для тебя. Это всегда так было, скажем так. Тем больше он тебя ценит. По России, скажем так, да, однозначно сейчас надо отрываться от России, Армении, что она и делает с успехом, используя зеркальную политику, многоликую дипломатию, то, что делает Россия, то есть говорит одно дело и другое, собственно говоря, скажем так, да. Также зеркально Армения сейчас отвечает, в принципе, скажем так, но выходит уже, скажем так, на чистую воду, уже видно. Не, уже явно выходит, выходит. Результаты налицо. Но это очень хрупкая дорога, скажем так, очень, очень сложно по ней сейчас пройти, потому что, ну, минное поле, скажем так, да. И, конечно же, надо удержаться вместе с этим, рейтинг правящей элиты в Армении падает вместе с этим. Ну, как бы нет замены, грубо говоря, скажем так, да, потому благодаря этому они еще у власти. Но как долго продлится эта ситуация, скажем так, да, непонятно. Если они продержатся еще у власти, я думаю, что у них есть шанс на успех оторваться, скажем так, да, от узурпатора, скажем так, узурпирующего твою независимость, скажем так, или имеющих цель это сделать государства. Второе, скажем так, выйти на просторы европейских степей, да, Евросоюза, то есть стать частью, скажем так, западного цивилизованного мира. И третье, вместе с этим стабилизировать свои отношения с соседями. Там уже вынужденная мера будет в этом союзе. То есть Турция здесь в данном случае, с Турцией наиболее важно, скажем, даже важнее намного, чем с Азербайджаном, скажем так, для Армении сегодня это стабилизировать с Турцией отношения. Но это зависит прежде всего от того процесса, который будет идти с Азербайджаном. То есть для, в экономическом плане, да, потому что Азербайджан это опять же, скажем так, выход на Россию для Армении. Это опять привязывать экономику на Россию. То есть с этой точки зрения им намного важнее, скажем так, да, начать работать с Турцией. Знаете, сейчас на память пришла мне в 2002 году, по-моему, значит, или в 2000 году была конференция, журналистская конференция в Стамбуле, и там, значит, наши коллега, в общем-то, естественно, за круглым столом беседовали. Естественно, там были представители из Армении и, в общем-то, даже из Абхазии, из Южной Осетии, в общем-то, такое миротворческое, из Грузии, да, вот я был и представитель Кавказского дома. И, значит, там очень интересная вещь, когда мы стали говорить о роли экономики именно для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. И тогда был очень армяно-турецкий вопрос, очень остро. И самое интересное, что она сделала. Она посадила нас в машину, мы приехали в аэропорт, и там, значит, объявляют, прилетел рейс там 62-72 что-то. Вот эти рейсы, говорит, курсируют из Еревана в Стамбул. Понимаете, и оттуда очень товары вывозили, понимаете, там абсолютная торговля через Грузию, через САРП. То есть какая-то экономика все-таки при всем политическом, так сказать, политической ситуации, она работала. Но, как я понял, все-таки на этом этапе, Арнольд, так сказать, в беседе убедил нас, я так думаю, что на этом этапе действительно, может быть, стоит заняться внутренними ориентирами. Тогда вопрос, какова здесь, по вашему мнению, я хочу с Заура начать, может быть роль Грузии? Потому что для меня лично, как для журналиста, который много лет работает вот в этом аспекте, очень важно, когда Ираклий Гарибашвили стал лично посредником выведения пленных из территории Азербайджана, из Армении был передан план минных полей.
То есть этот маленький-маленький пример, когда страна, которая, в общем-то, не участвовала в этом конфликте, смогла как-то взять функцию, скажем так, начала каких-то действий. Вот, к сожалению, многие журналисты грузинские считают, что в этом направлении грузинская страна очень мало что делает. Да, мы беседуем с высшими, так сказать, представителями власти и в Армении, и в Азербайджане, но политически какую роль может играть Грузия, по вашему мнению, именно в стабилизации ситуации на Южном Кавказе? Заур, давайте с вас начнем. Вы знаете, когда вы говорили, что у вас была встреча, и вы говорили об экономике, я вспомнил 99-й год, Арно, да, в Кавказском институте. Когда мы говорили, точно вот предложили один из примеров того, что давайте вот с экономической точки зрения, да, посмотрим. Кроме того, что тогда еще оставались какие-то культурные там и так далее, там какие-то профессиональные какие-то встречи еще были актуальны, приезжали журналисты, там писатели и так далее и тому подобное. В принципе, это, если бы я еще раз говорю, можно было еще и тогда начать. И я помню, мы в последний раз, вот до того, как в последние военные обострения произошли бы, мы в Ереване как раз на эту тему говорили, и у меня спросили, что вы думаете о том, чтобы вот как нам дальше. Первое, то, что та экономика, которая есть теневая, она выйдет в свет и даст, то есть, форму того, что это возможно делается, да, о которой все многие люди знают, что, например, там азербайджанская нефть туда попадала в свое время, там нефтепродукты попадали туда, продукты, еще раз говорю, и так далее и тому подобное. То есть эти экономические взаимосвязи, и все они в большей части всегда проходили через Грузию. Поэтому у Грузии исторически, я не знаю, там географически, всегда эта роль и функция была. Но использует ли она сейчас в полной мере? Это уже зависит, опять-таки же, от индивидов, насколько у них есть желание это делать. Есть люди, которые, я еще раз говорю, что на всех стадиях этого конфликта продолжали свои взаимоотношения, и это делалось, опять-таки же, через Грузию, и государство это делало. То есть не все мосты были сужены, и все хорошо понимают, что этого делать невыгодно ни Азербайджану, и ни Армении. Несмотря на то, что есть какие-то группы людей, там, институции, которые всегда пытались, чтобы здесь какие-то обострения произошли между этническими азербайджанцами и армянами, которые живут на территории Грузии. Здесь самый главный вопрос в том, что делает тогда грузинская власть для того, чтобы показать свой, я не знаю, там, настрой, я не знаю, там, официальную политическую там позицию и так далее и тому подобное. В любой форме это можно показать, но когда ты неадекватно реагируешь на те вопросы, которые у тебя в реальности происходят, тогда у тебя начинаются проблемы. Тогда ты начинаешь терять свою роль и функцию. И, естественно, те люди, которые в конфликте, они не могут прийти к тебе и сказать, что давай мы еще и другие дополнительные вопросы у тебя будем делать, когда у тебя еще и внутри... Я вас понял. Тогда здесь встает один вопрос. Если мы хотим, чтобы в дальнейшем мы какие-то шаги переступили, чтобы как минимум, это не отразилось, естественно, на тех людях, которые живут в Грузии, и всегда у этих обоих наших соседей была возможность, чтобы всегда сесть за стол переговоров, в первую очередь, потому что самый близкий сосед – это Грузия. Понятно. Арнольд, вы как думаете? Ну, в принципе, вы согласны с Зауром, что, в общем-то, роль Грузии очевидна, но недостаточно. Вот если формулировать так. Это от людей зависит, я же говорю. Мы с Зауром иногда бываем не согласны друг с другом, но по технике. Не по сути, а по формам. Может быть. По Грузии скажу, что... Грузия может играть, конечно же, роль посредника и должна играть роль посредника там, где она может. Там, где она может, ну вот обмен пленными, например, скажем, тогда
Думаю, что еще много чего может делать Грузия. Но быть, например, площадкой может для технических каких-то встреч, да? Но быть гарантом мира не может. Не, ну здесь об этом и не идет речь. Да. Идет речь, да, что гарантом. Гарантом я что имею в виду? Но она не может быть площадкой, которая приведет к миру, скажем так. То есть не гарантом, скажем так, формально, а площадкой, которая приведет к миру, она не может быть. Потому что в дипломатии и в политике, скажем так, да, страна, которая, скажем так, ведет к миру, то есть, или где заключается договор, скажем так, да, она в принципе, или ряд стран, скажем, которые при этом присутствуют, она в принципе является де-факто гарантом, скажем так, того, что они будут соблюдать это. Ну, так принято. Но в дипломатии еще, ну, давайте согласимся, что да, принято, что быть, иногда не выполняют свои обязательства. Да, однозначно. Да, да, вообще сейчас, как бы, скажем так, миропорядок меняется и много чего меняется. Но почему, например, скажем так, да, вот Россия хочет, чтобы это в России подписали бы, например, да, на ее площадке, да. Почему Запад хочет, чтобы это на Западе подписывали, скажем так, да. Понятно, ну, у тебя, да, есть хороший аргумент, самый близкий сосед – это Грузия. Но Запад не против, Россия не против, но Запад не против. Против, уже против, это раньше был не против. Это раньше. Вы считаете, Запад против… Что, в России заключали? Нет, Запад не против, чтобы мы заключали внутренние соглашения. А внутренние между Арменией и Азербайджаном напрямую. Без посредников. Да, понимаете, да. Россия не поддерживает это, потому что она считает, Россия что... Россия ничего не поддерживает, что выходит из ее контроля. Да, так что... Но я вам скажу, что Запад тут договаривается самим на границе где-нибудь, скажем так, да? Площадка должна. Площадка. В данном случае устраивает Азербайджан, не устраивает Армению. Да, потому что Армении нужна... Какую бы площадку вы предложили? Я? Марс. Однозначно. С Илоном Маском. Где-нибудь там, понятно, будущее какое-то. Где, мы, где, бы, мне, где бы мы все от радиации я погибли бы? Я бы предложил... Почему вы думаете, да, что я меньше бы людей конечно, здесь погибает? Честно, Америку. Однозначно. То есть это та Соединенные Штаты Америки. Площадка, та площадка, которая сегодня может удовлетворить... Спрос и Азербайджан, да, и Армению. Да, ну, Грузию, само собой. Да, Армению, само собой. Да. Как, да, Заур, считаете, это оптимальный вариант был бы? Вы думаете, что я поменял бы свое мнение? Я 25 лет с приставкой к моему имени Армении говорю одну вещь, что в 21 веке, как минимум, уже возможно, чтобы люди, еще раз говорю, сели бы и между собой договорились. Ну, по-другому невозможно. В первую очередь должны друг с другом эти люди поговорить. Кто будет за столом еще с ними дополнительно потом? Но в первую очередь же они должны между собой договориться. Вот эти, сейчас, кстати, а где первый, это? Я еще раз говорю, Грузия... Пример, делимитация границы, да? На четырех, да, участках, да? Да? Такого типа вопросы, они решаемы, скажем так, друг с другом, скажем, где-то на границе, да, но вопросы, ну, такие, как, например, Алматинская декларация, скажем так, да, или там Пражские переговоры, да, или, ну, и так далее, скажем так, да. Это важно, что происходило бы где-то, где есть третья сторона. Третья, понятно, сторона, которая, ну, фактически, скажем так, да, обслуживает потом. Ну, давайте зафиксируем это. То есть, в принципе, поправьте меня, если я не так понял, что... Желание есть, но нужна солидная, обязательно подчеркиваю, солидная площадка для начала переговоров о каких-то интеграционных процессах, миротворческих и так далее. Как Грузия договорилась с Арменией, что граждане Армении и Грузии могут ездить друг к другу в гости? Да. Нет, не визы, с удостоверениями, да, 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 личности. Да, так, да, да, такой же у нас процесс в Турции. Да? Вот как минимум можем же, да, какие-то процессы вот эти с технических вопросов начать, которые сегодня в 21 веке всем мешают, да, какие-то искусственные барьеры. Да? Все знают, что это сегодня в современном мире очень много технических возможностей обеспечить безопасность, которая всегда все прикрываются, говорят, что главная безопасность. Сегодня в 21 веке, и пандемия тоже показала, что, например, можно идентифицировать человека с маской на лице там,
То есть сегодняшние технологии дают возможность перейти на следующие этапы, да, открыть какие-то возможности людям. Да? Сегодня, если даже я говорю про информационную войну, да, сегодня это фактически невозможно, потому что существует как минимум интернет, и там что-то скрыть уже невозможно, да, там вести какую-то политику. Но здесь самый главный вопрос стоит о том, чтобы с каких первых шагов начать. Да? Как минимум у них есть общая граница. Есть прибрежные и даже общие коммуникации. Вот с этих технических вопросов им же придется все равно в любом случае сотрудничать и это делать. Я, насколько знаю, эти процессы для этого. Сегодня, например, у Азербайджана сухопутная граница закрыта со всеми соседями, кроме Армении. То есть они друг к другу ходят. Вот. Сухопутным путем. Закрепить это... То есть я говорю это как пример, да, они же сотрудничают, у них работает общая. Я думаю, что когда границы сухопутные откроются, yeah. это будет означать, что Азербайджан больше к войне не готовится. Mm-hmm. То есть и не допускает даже. Скорее всего, потому что это контроль как бы границ, yeah. ну, понятно, что пандемии нет нигде. Да, но это означает то, что они еще в режиме, скажем так, деталь, да. в режиме, скажем так, ожидания находятся, скажем так. И не только как бы, в войне в данном случае с Арменией, но и как бы внутри дестабилизации внутри политики. Ну, в общем-то, мы, к сожалению, какой-то доли вопросов не решили, но вот в этом котле многообразия, в принципе, мы оттолкнулись от истории и пришли к тем реалиям, которые, в общем-то, есть. Но завершить нашу передачу, не говоря о культуре, это единственное, что стабильно между нашими странами работает. И здесь Саятнова, мы вспоминали в беседе. Я, кстати, вот специально выписал, что этот, так сказать, тбилисский... Кстати, за органы родственников. Так, ну, мы сейчас дойдем до этого. И, в общем, ты Заур прав, он мне до передачи сказал, что на азербайджанском официально 115, произведений, на грузинском 3-4, на 68 на армянском. Но, естественно, исследования... Я, насколько знаю, еще и на фарси. Да, это само собой. Я говорю о наших странах. Но самое интересное, что продолжается, и, в общем-то, еще какая-то закавказских стран. Кстати, насчет Закавказья. Я сейчас к этому вопросу как раз подошел. Для нас закавказские республики – это республики Северного Кавказа. Ну, да. Они за Кавказье. Так что я этот предлагал не раз и как раз возвращаюсь. И, значит, культура насчет. В общем-то, давайте остановимся, завершим. То есть первое, что необходимо начать разговор. Я сейчас обращаюсь к нашим зрителям. Мы здесь, так сказать, беседу провели очень немножко сумбурно, но, в принципе, выкристаллизовалась такая идея, что альтернативы миру не существует. Первый пункт. Для этого необходимо начало на, как Арнольд сказал, на стабильной, поиск стабильной площадки при помощи посредников начать миротворческие, активные миротворческие действия. Так, я правильно сказал. И, наконец, в конце, опять же, миру альтернативы нет. Все, что будет мешать этому процессу, и то, что вы сказали, что какие-то процессы, которые мы можем использовать как политическим показателям, вот, например, с Азербайджаном транспортные отношения, и другие такие мелкие, казалось бы, на первый взгляд, процессы, попробуем делать, значит, при помощи вас, я надеюсь, вы не последний раз в нашей студии, попробуем сделать мониторинг этих процессов. Вот давайте сегодня исходную точку отметим и встретимся, скажем, через год и попробуем проанализировать, есть ли динамика улучшения. А с вами, дорогие зрители, в общем-то, как вы сами понимаете, вопросы, которые мы здесь подняли, не так просто решаемые, и я благодарен и хочу поблагодарить наших гостей за откровенный, так сказать, разговор на очень непростые темы. А в будущем мы, безусловно, к этой теме вернемся. И, в принципе, мы точно знаем, что Южный Кавказ – это наш общий дом, и альтернативы миру не существует. Всего хорошего. Большое спасибо за внимание.